частый ремонт. Это вот такие вот двухподвесы типа Top Gear. У меня уже все не помещается, поэтому разные этажи. Вот Giant. Да. Вот еще Top Gear. Три велосипеда в один день. Самая частая поломка у них то, что убитая каретка. Мы ставим на промпошипниках, и она вот так работает. Бесшумно, офигенно, идеально. Каретки у них всех одинаковые по длине. И очень плохо их закручивают, и они очень быстро разбалтываются. Вот так вот. Три одинаковых велосипеда практически в один день. И все с каретками.